И еще в рамках экономического форума Калмыкия и Астрахань обсудили перспективы строительства морского порта Лагань. Во время работы секции поступило много вопросов и от присутствующих в зале участников, и от тех, кто смотрел онлайн-трансляцию. С подробным докладом выступил глава Лаганского района Ачирачиров. Он отметил, что в целях развития экспортного потенциала России следует говорить о кооперации. Товарных потоков, проходящих по международным транспортным коридорам, хватит для загрузки всех близлежащих портов, в том числе для портов Аля, Астрахань и перспективного порта Лагань. Сразу же хотелось бы отметить конкурентные преимущества нашего порта, перспективного, который будем в будущем строить. Это можно осуществлять работу в круглогодичном режиме в районе порта в течение многих лет, не было льда. И это факт, последние 15 лет. Глубины и условия заносимости ила позволяют осуществлять работы по дно углубления раз в несколько лет, что снижает затраты. В наличии большие прилежащие территории для расширения. Можно, то есть, расширяться до больших масштабов, главное завлечь этот грузопоток. По мнению заместителя председателя правительства Астраханской области, министра экономического развития Астраханской области Казбека Хадикова, экономическая активность соседей приводит к росту экономики всех близлежащих областей. Это не конкурентный рост, а развитие, которое принесет прибыль и регионам, и государству в целом. Официальные представители Калмыкии и Астрахани сошлись на том, что запланированное строительство порта Лагань дополнит существующую российскую портовую инфраструктуру на Каспии.